А вот этой вот конструкции я прям не знаю, что и сказать. Она идет на пружине его. И не пойми, что делает. Он все время шатает. Вот. Так вот. Вот, ее перестает держать, она шатается вот. Непонятно, как это фиговина. И сидеть на ней как бы детям неудобно. Что она вообще? Для чего она вообще? Ну, в общем, констатирую, что вот эта фиговина здесь есть. Вообще, это только если 4 детей посадить. Может, они будут равновесие держать, чтобы кататься. Но так я не понимаю, для чего она нужна, эта фиговина. Кто знает, для чего нужна эта фиговина, пишите в комментарии. Очень интересно узнать. Потому что это не карусель, это непонятно что.